Всем привет, с вами Конор. И сегодня, короче, в игре OMSI 2 я так скачал замечательный автобус. Такой старенький довольно и знакомый всем людям, те, кто жили в 90-е, те, кто жили в нулевые, в принципе, так же, как и я жил в нулевые и еще в начале 10-х. Ну, по большей части этот автобус был больше всего в нулевые года. И в 90-е. Знакомьтесь. ЛиАЗ 52, 56, 25. Да, но там был еще, конечно, старше более. Который имел двигатель от КамАЗа. Но он называется просто ЛиАЗ 52, 56, 00. А это ЛиАЗ 52, 56, 25. Ну, в принципе, все равно этот старый, древний автобус, который раньше катался у меня также в моем городе. И у некоторых людей он тоже катался. Ну, наверное, у некоторых людей до сих пор он и катается. Модель, конечно, это не самого уж прям такого лучшего качества, но просто для вас и для себя, для того, чтобы на нем прокатиться и поностальгировать на, ну, по данному этому автобусу. Как вы помните, тут раньше вот были вот таких вот автобус. Первое, это были у них такие фары круглые. Прямо уж такие вот морды, такие замечательные, квадратные. Но потом уже ближе к 10-му году, точнее уже к 14-му, там уже и 12-му, даже сказать, к 13-му году, ну, уже морды стали менять, точнее фары. Их стали уже менять, тут они становились уже квадратными, а не такими круглыми. Уже с такими круглыми они уже наполовину были списаны из Москвы и все так далее. Вот это, кстати, окраска московская, поэтому неудивительная. Ну, такие бело-зеленые автобусы у меня ездили очень часто в Туле. И на них я, кстати, катался. Ну, что сказать, по тому времени было заебись на нем кататься. Ну а сейчас это уже ведро. По сути, это ведро с болтами. Данный автобус. Но сегодня, как говорится, просто историческая ностальгия для людей из 90-х, 2000-х и чуть-чуть начала 10-х. Именно для тех людей, которым накатались на данном автобусе. Ну что, давайте начнем тогда с экстерьера. Данный автобус выглядит довольно прикольно, ну, по тем временам. Ну, естественно, тот вот у нас московские номера, потому что это единственная нормальная окраска, чтобы, ну, на него там сделать обзор. Ну, также тут у нас обычные двери, уже такие зеленые, такие двери, три двери. Также задняя часть, вот, кстати, вот видите, как тут такие квадратные фары. И, естественно, труба тут еще стоит. И, как обычно, знакомая хрень. Не знаю, что это такое. Может быть, это типа вентиляция, что ли. Я не знаю. Или это типа трубка для того, чтобы, не знаю, там, воздух, что ли, подкачивать для двигателя. Я, короче, не знаю. Ну, короче, автобус, ну, в целом, ну, модель, конечно, старенькая все-таки, ну, и на OMSI 2, но при нем можно все-таки сделать обзор на для таких людей, как я, и для тех, кто жил. Ну, вы поняли уже, какие времена, я уже говорил, и повторяться не буду. Ну, единственное, конечно, что мне не нравится, то, что тут зеленая такая хрень, ну, именно вот, где эти фортки, вот это все, я не знаю, я вот не помню. Они вроде были покрашены или нет, блин, ну, вроде не были покрашены они. Именно в такие вот зеленые цвета, я вот, ну, лично я не помню, потому что я уже на этих автобусах не катался уже, блин, о, сколько лет. Ну, прекрасно помню, что он так выглядел. И, естественно, не было электронной вывески. Была обязательно деревянная. Ну, точнее, ну, нарисованная, все, вы поняли. Ну что, давайте заглянем тогда в салон данного автобуса. Ну, кстати, салон выглядит довольно прикольно. Да, только, конечно, тут сиденье, конечно, тут вообще пиздец. Ну,
Но зато, кстати, кожа такая довольно старая. Именно вот эта вот вся эта вот эта вот ткань, вот это все, полы, турникеты. Особенно я как помню, я вроде в детстве я любил именно здесь сидеть. Именно в заднем месте. Наверное, многие любили сидеть и сейчас сидят. Сзади, именно где вот находится такая ступенька, типа так удобнее и прикольнее. Также вот тут такие сиденья тут есть. Да. Вот все это вот. Все как именно, как говорится, все как и было в то время. Да, только тут, конечно, турникет. Поскольку данный автобус был у меня в Туле, турникетов нахуй не было. И все. Поэтому все шли просто, платили проезд там за, ну, у кондуктора, да и все. И в редких случаях можно было платить за проезд, там, не знаю, там, ну, водителю и все. Это редкость. А раньше все-таки кондукторов было побольше. Ну, я не знаю, я уже не помню, нахуй. И то, что я помню в детстве, что у меня было, то и помню, ребят. Поэтому не придирайтесь ко мне. Также тут у нас открываются фортки. Да, с таким противным скрипом. Ну, а давайте их закроем. Хотя, можно открыть. Можно их открыть, пускай будут открытыми. Я надеюсь, что в этот автобус все-таки... Ой, господи, как же они шумят. Насколько же все тут старое, что... Что тут так все шумит, блин. Тряхтит. Ладно, пускай эта форта так и открыта будет. Ну, кстати, многие люди также любили здесь стоять. В этих автобусах вообще старых. Ну, а, эта фотка, наверное, так была открыта, поэтому пускай будет открыта. Это тоже открыто. Все, больше тут ничего не трогаем. Да, здесь тут старые лампы, освещение салона. Перила зеленые, даже, кстати, очень знакомые. Короче, все как и было в то время. Вот, кстати, ребят, те вот лязы, которые ездят, вот которого у них квадратные фары, кстати, может быть, про него тоже будет обзор, Вовсе 2. Но они у меня ездят еще и до сих пор в Туле, но они только ездят только по сельским маршрутам, и все. Типа город какой-то там, не знаю, какое-то вот село, блин, и, короче, какой-то поселок там, что ли. Ну, они сейчас, честно, похожи же там больше на ведра. Ну, наверное, у некоторых людей до сих пор такие автобусы еще ездят. Если ездит, то напишите комментарий, пожалуйста. Именно те люди, кто живут не в Москве, потому что в Москве там сейчас новые транспорты ездят. Ну, наверное, ну просто это я прекрасно знаю, потому что я сам был в Москве. Я видел, что там уже не говно ездит всякое, а более-менее нормальный транспорт. Да, тут у нас также открывается такая дверка. О, вот так вот она у нас открывается, дверка в кабину. Как же я прекрасно помню, вот когда вот тут вот лежали деньги. Раньше безнала, считай, не было. Только проездные билеты, и все. Потому что раньше, типа, безнала раньше не было еще. Именно для автобусов. Раньше все платили деньгами, или кто-то проездными, и все. Тут у нас также есть форточка. Ну, сейчас заглянем, короче, в этот сам в кабину. И повнимательно все это посмотрим. Так, в кабину заглядываем. О, вот я не знаю, вот, почему такая фигня. Тут, когда дверь открывается, вот эта вот маленькая полочка отпускается. Это странно как-то. Вот, кстати, у нас вот фортка открывается такая, чтобы брать отсюда деньги. А раньше-то такое вообще. Ну, типа раньше вот было все так, на самом деле. Как я помню. Вот на старых лязах я точно вот катался, ребят. Я прекрасно помню, как они шумели, господи, это. Звук от МАЗа или от КамАЗа, короче, как-то так. Ну, у них-то, наверное, движки такие стояли. Так, ладно. Ну что, тут также у нас открываются и фортки.
замечательные, с таким вот кипящим шумом. Давайте закроем нафиг, а то мне она шумит очень громко. О, кстати, у нас откажет открываться вызов. Точнее, спускается шторка. Точнее, можно отпустить и можно поднять. Нормально. Да, извини, я извиняюсь за такую вот фигню, то, что я сейчас только что пытался сказать. Да. 10 рублей. Да, раньше тут вот были такие бумажки, все это валялось его. У кондукторов все то же самое было. Не было не безнала, и все, блин. Короче, вот раньше все платили так. Ну, даже, наверное, было информаторов все-таки в этих старых автобусов. Ну. Ну, насчет информаторов я, наверное, не помню. Или помню, я не. Короче, я просто на них уже давно не катался, и все. Вот поэтому я забыл. Чуть-чуть. Конечно, вот эти сейчас автобусы мне заменили просто обычные старые нефазы, которые раньше ездили там по другим городам и так далее. Ну что, ребят, давайте уж тогда сейчас поставлю паузу, поставлю маршрут и тогда поедем. Ой, как говорится, опять обратно все вернемся, не переключайтесь. Ну что ж, ребят, я все сделал, все поставил, теперь уж будет все заебок. Ну, короче, маршрут я поставил, все, вот питание, как видите, включилось. Смотрим, да, вот как я говорил, все тут поставилось, вот 18-й маршрут. Все это написано на табле. Только чего-то тут нету, как бы сказать, написано, ну, вообще тут должно быть написано городской парк. И, естественно, автовокзал, который сейчас буду начинать маршрут. Ну, в итоге, ну ладно, модель старая, поэтому и карта сама. Кстати, вот игра на карте Южный. Город Южный. Я думал, что это будет прикольно, такой довольно, кстати, старой карте поиграть. Ну, для такого автобуса это самое место. Я так считаю. Господи, вот это завод двигателя. Он настолько шумный, ребят. Вот просто слушайте звук. Ну, довольно, конечно, шумновато. Очень даже шумновато. Особенно в салоне. В салоне тут вообще очень шумно. Если так сказать. Да. Сколько тут всяких люков, блин. И много еще тут чего есть. В этом автобусе. И даже в этом автобусе даже не было ни прямых таких дорожек, ни низкопольности, все такое. Все тут было на высоте, как говорится. Высокопольный автобус. Ну, вы поняли уже, почему высокопольный. Да, кстати, тут также у нас открываются двери. Да, у нас открылась вот эта дверь. И также открывается задняя дверь. Хотя я не пойму, почему не открывается вот. А хотя вот передняя же открывается. Во. А, это не та дверь открывается. Да, обычно бывало было такое, когда вот прям водил вот выходит из автобуса, он просто сам ручно открывает одну дверь и все, и выходит спокойно. Во. Вот, кстати, у нас эта дверь открывается. С таким противным таким звуком, зато зато полная ностальгия по этим звукам. Давайте вот так вот и откроем еще, пускай будет открыто. Вот, вот так вот. И все, и нормально будет. Ну шо. Так, сейчас сколько у нас там время? 46 минут. Давайте так сейчас посмотрим, также работают ли у нас вообще поворотники или нет. Блин, ну, кстати, нормально так звучит. Вот, кстати, у нас это у нас левый.
Видите, вот везде все работает, вот эти вот поворотники, все это везде. И да, и тут просто очень шумный двигатель. Надеюсь, меня очень хорошо слышно. Потому что двигатель очень реально шумный. Да. Особенно, когда помню, в то время, когда вот, вот все люди вот, моего города вообще вот катались на этих автобусах. Блин, это просто жесть, конечно, было. Ну, в то время это было еще нормально. Это еще более-менее как бы пойдет еще. А сейчас вот, когда появились более-менее новые автобусы, они стали менее шумными. Ну и, в принципе, чуть получше, но лучше про мой город вообще не говорить. Серьезно. Так, это у нас Аврика, поэтому Аврика нам она нафиг не нужна. Так, отпускаем, естественно, наш ручник. Так, что у нас там? 47 минут. Блин. Короче, тут вот всякие вот копейки, рубли, тут, короче, много тут чего есть в этом автобусе. Ну, зато клево все. Так, что у нас там по поводу щеток? А, кстати, освещение, точно. Вот так у нас работает освещение, хотя она нафиг, как бы сказать, не нужна. Но оно работает. Кстати, довольно ярко так работает освещение. Нормально. Еще бы, как бы сказать, куда бы ни шло. Да, кстати, у этого автобуса, естественно, автоматическая коробка передач. Да. Хоть что-то радует. Ну, что ж, давайте тогда сейчас вернемся тогда, когда уже я тронусь. Не переключайтесь. И тогда уже мы направимся на линию. Ну что ж, время к нашей отправке подошло, как говорится. Ну что, погнали тогда. Да, кстати, сигналка. Ох, какое шумное. Так, чтобы на нем тронуться, естественно, надо нажать на тормоз. Ну-ка. О, кстати, довольно так мягко так едет. Прикольно. Так, открываем двери. Садитесь. Древний автобус. Да, здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. 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 Господи, как же он прикольно начал говорить, блядь, просто... Очень прикольно. Так, вот, ну что ж, вот. Хватит так гнать, мне страшно. Я даже не гоняю. Так, смотрим, короче, что у нас там вообще. Дорога чистая. Да, конечно, немножко на нем неудобно будет кататься. Все-таки. Ну. Привыкнуть можно. Так, тут у нас, кстати, лежащий полицейский, поэтому надо немножко кто-то аккуратно ехать. Подвеска все-таки уже не новая. У этого высокопольного автобуса. Хотя вроде прочная. Так. Так, ну что ж. Короче говоря, переключаем мы сесть поворот. Сейчас ждем, когда загорится зеленый свет. И повернем уже сюда, вот, на налево. Так, ждем. Кстати, вот зеркало тоже все хорошо работает, и это нормально. Прикольно. Конечно, вот. Ну, хоть как-то более-менее, но они все-таки возродили данный автобус, который вот ездил уже давно. По сути, так говорит, ну, говоря. Да, вот это шум. Шум именно вот это вот, всего этого двигателя, господи. Ностальгия. Просто ностальгия. Ну, наверное, меня алды поймут. Те, кто жили именно в то время. На этих вот автобусах вот катались.
Приветствую. Приветствую вас. Здравствуйте. Блин. Здравствуйте. Рада приветствовать вас. Ага. Стоп, мне вот интересно, они вообще проходят через турникеды? Так. Давайте откроем вот эту дверь. А, не, она пошла, видите, сюда. О, все места, блин, почти заняли. Ага. Все. Ну что, поворачиваем. Да, кстати, в нем, естественно, автоматический поворот. И это очень даже хорошо. Да, тут просто дома немножко так еле-еле спавнятся. Ну, вообще, даже вот у этих автобусов часто, чаще всего бывало такое, что у них движки от МАНу стояли, от МАЗов, блин. Ну, короче, от многих грузовиков. Короче, у ЛИАЗов у них не было вообще своих движков и так далее. Они либо от КАМАЗов использовали, либо от МАЗов, блин, что-то там такое. Короче, что-то в этом роде. Это я прекрасно помню именно по ихним звукам данных автобусов. Приветствую. Ага. Приветствую, приветствую. Короче, тут получается так, что тут надо вручную все это открывать, все эти двери и все. Ну, та же автобус такой. Так, стоп, я вообще правильно вообще поехал? Вроде правильно. Да-да-да-да-да-да, правильно, правильно. Так, все, поехали, не будем тормозить сейчас линию, а то сейчас будет опять жаловаться пассажиру, что вот, блин, задерживайся автобус, нахуй, и все, блядь. Ну, не будем, короче, задерживать, и все. Не, а так вот, по сути, в то время мне этот автобус очень нравился, и мне, наверное, нравится и до сих пор. Именно как вот автобус, именно детство, и все. Вот просто вот реально прикольный, красивый, узнаваемый Лязик. Вот серьезно, он настолько вот узнаваем, что его узнавали, считай, все люди, данный автобус. А не знаю, что бабка-то тут пошла, блин, ну, совсем в другое место, блин. Я себе открыл двери, как бы сказать, для тех людей, ну, на задней двери, для тех, чтобы именно эти люди заходили в автобус. Да, вот это вот, постоянно вот это вот пищит. Ну, то, что автобус старый уже, и поэтому вот. Так вот, вот почему он шумит все это. Ну, типа, как бдительность или что-то еще там, ну, вот это вот пищание сигнализирует. Или это сигнализация, я не пойму, что это вообще такое. Так, поворачиваем на нем спокойненько так, и все, едем. А, кстати, точно, я же фары забыл показать, что они работают. О, как видите, фары тоже работают, они, кстати, довольно прикольно так работают. Да, у нас также работает дальний свет. Ну, кстати, прикольно все это сделали. Разработчикам модель похвала. Конечно, хоть и старая модель, но прикольная. Мне она очень нравится. У меня же шишки на лбу. Аккуратнее можно? Ой, да что вы так жалуетесь-то, ё-моё. А вот, кстати, городской парк. Кану парк. Блин, вот какой чувак, блин, решил поставить данный свой автобус? Неужели места больше нет? Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного, сюда поставлю его и все. О, нормально. Как говорится, вошел. Все, наша линия закончена.
Ну что, ребят, на этом все. Спасибо, что вы посмотрели данный видос. Поставили, естественно, лайк. Подписались на канал. Также не забудьте заглянуть, там ссылки в описании, которые там есть под видео, там все такое. Ну, там есть, короче, важные ссылки. Там ссылка на автобус данный и на карту. Поэтому заглядывайте, подписывайтесь и так далее. А я вам сейчас желаю хорошего здоровья. Всем пока, удачи. До скорых встреч, ребят.